Современный и красивый город. Насколько этим требованиям отвечает областной центр? Что давно пора поменять во внешнем облике Петропавловска? Эти и другие вопросы обсудили сегодня на градостроительном совете в областном акимате. Продолжит Жансула Тастемирова. Растет экономика, меняется регион, вместе с тем и областной центр. Благоустройству Петропавловска уделяется большое внимание. В этом году на главный город области выделили бюджет в 3 раза больше, чем в прошлом. На что потрачены казенные деньги, отрапортовал градоначальник Марат Тасмагамбетов. В 2017 году сдается 11 многоэтажных домов общей площадью 83,2 тысяч квадратных метров. В микрорайоне Жасуркен начато строительство крупных социально-бытовых и спортивных объектов. Это теннисный центр и дворца школьника. В 80 дворах на сегодняшний день уже выполнен ремонт внутридворовых проездов общей площадью 72,3 тысяч квадратных метров. В рамках ваших поручений по изменению облика микрорайона Береке уже разработана проектно-сметная документация на расширение 6 улиц. Внешний облик Петропавловска обсуждали на градостроительном совете в начале весны. За полгода провели масштабную работу. Идет реконструкция 2 мостов, на ремонте сейчас 18 улиц. На 8 уже положили новый асфальт. Но насколько качественный? В мои обязанности входило обследование территории, которые надо было асфальтировать в этом году. Вот. И правда смешно, когда дворники говорят, что вот они работают обыкновенными пластиковыми современными мёплами, и асфальт уходит со двора. Второй год работы выполняет один подрядчик – ТО «Косфортис». Спрос будет с них, сказал глава региона. Большая ответственность за городской облик лежит и на предпринимателях. Фасады многих объектов бизнеса годами не реставрируются, а их дизайн не поддается никакой критике. Десятилетиями время проходит, и ничего не меняется. Уже выцвели от солнца морально устаревшие материалы, до сих пор продолжают висеть на стенах домов, ваших торговых мест, магазинов, ресторанов, кафе. Что это такое? Это наш родной город. Нужно прививать подрастающему поколению чувство хорошего вкуса и стиля, говорит Кумар Аксакалов. Архитектура Петропавловска должна отвечать всем требованиям времени. Модная наружная реклама, ночная подсветка зданий, современные рынки. Кстати, последних в областном центре в 9 раз больше нормы. Пошел по нескольким базарам. Чего там не творится? 90-е годы, жизнь застыла как будто бы. Что у нас, руководители базаров? Бедные люди, что ли? Там сколько крутится денег? Также глава региона поручил земельной инспекции решить проблему с объектами предпринимательства, построенными за красной линией. 9 участков уже вернули государству. Обсуждается сейчас вопрос и с установкой эскалаторов на железнодорожном вокзале. Он находится на личном контроле Кумара Аксакалова. Жансула Тастемирова, Владимир Боровков. Новости МТРК.